Один. No questions? Саша Пасар, привет. Как можно узнать, что ящик Пандоры открылся? Hi, how can I know that my Pandora box is open? Got open up. The question will not be there. Вопроса такого не будет. See. The subconsciousness. Это подсознательное. Even the so-called consciousness awakening state is subconsciousness because it's the past. Даже так называемое сознательное, то есть состояние бодрствования, это все равно подсознательное, потому что это все прошлое. So in reality the present doesn't exist. What we call present is already the past. На самом деле то, что мы называем настоящим, оно уже прошлое. Because it already existed, see? Потому что оно уже существовало. And it's just getting manifested. И оно просто проявляется. So, during the awakening stage, the subconsciousness,
sometime appears. И во время состояния бодрствования подсознательное иногда тоже проявляется. The dream state is subconsciousness. Состояние сновидения это тоже подсознательное. What happens is that when you contemplate on that which is nameless and formless. Но что происходит, это то, что когда вы медитируете, наблюдаете то, что не имеет ни имени, ни формы. It seems that more of it comes to the surface. Кажется, что больше вот этого всего показывается, выплывает на поверхность. Because it's looking for a way to identify yourself with it. Потому что оно все ищет, чтобы вы с ним идентифицировались, отождествились. Normally you have, if you really do the inquiry. Если вы на самом деле делаете самоисследование. Normally you have what? You will have more thoughts than before. Sometimes it's not forever. Иногда на какое-то время у вас будет еще больше мыслей, чем раньше. Eventually all that will stop. И когда-то это все закончится. All these reactions comes based on identity with the body. Все реакции, которые приходят, они основаны на отождествлении с телом. Which is basically anger or pride. Реакции, по большому счету, это гнев или гордость. If somebody talks bad about you, you may get angry. If somebody talks good about you, you may be happy. Если кто-то плохо о вас говорит, то вы, возможно, можете злиться, если кто-то хорошо, то вы чувствуете гордость за это. So this may get intensified. Все вот это, оно может усилиться. Even without people talking to you, even just people looking at you, even by yourself. И даже если люди не говорят с вами, даже если они, может, просто смотрят на вас, или вы сами по себе вообще все это вот делаете. It also depends upon how much is accumulated within each, let's call it individual consciousness. It's not individual consciousness, but it appears as such. Как все это проходит, оно зависит от того, насколько много накопилось вот всякого разного в так называемом индивидуальном сознании. На самом деле индивидуального нет, просто вот так называем.
See, when this happens, когда это происходит, you will not ask a question, you will know it because it will be quite unpleasant. Вы не будете задавать такой вопрос, потому что вы будете это знать, и это будет достаточно и все неприятно. And it will force you to surrender. Это заставит вас либо сдаться. Means trying to do anything about it. То есть перестать пытаться делать что-либо по поводу этого. Or to remain as a witness. Либо оставаться наблюдателем. So it won't bother you. И это не будет вас беспокоить. That's the general. This was my experience. Мой опыт он был такой. And this is the experience of other people that come to satsang. И таков также опыт других людей, которые приходят на сатсанги. Ирина, сегодня полдня изучала политическую обстановку в мире, в связи с чем возник вопрос. Меняется ли что-то в мире вследствие коллективных медитаций, направленных на улучшение? Знаю, что многие занимаются этим, но я не так медитирую, что такая обстановка сложилась. Ирина, today I was studying about the political situation in the world and because of that, I have a question. If anything in the world changes as a consequence of collective meditations, which whose purpose is making better change in the world. See, what is meditation? Что такое медитация? It is one's natural state. Это есть ваше естественное состояние. Is to be the awareness that we are. То есть быть той осознанностью, которой вы уже являетесь. Which is neither personal nor impersonal. Это не является ни личным, ни безличностным. Then it is awareness of things that brings changes. И то, что приносит изменения, это осознавание вещей. See, the nature of consciousness, which is the manifestation, is such. Природа сознания, то есть того, что проявлено, она такова. Pleasure and pain. Удовольствие и боль. Peace and war. Мир и война. That's the nature of this thing. Это вот такова природа этой штуки. Right. And you may think that if you identify yourself with the body, если вы отождествляете себя с телом, you may think that you are good or bad. Вы можете думать, что вы плохой или хороший. И вы накладываете вот это убеждение на любое другое тело и говорите, что они плохие или хорошие. But this is strange phenomenon. This possibility can happen. Но вот такой странный феномен, и возможность такая может случиться. That the identity with the body disappears. Что отождествленность с телом исчезает. Once identity with the body disappears. И когда только эта отождествленность исчезает, you are not limited to this body anymore. То тогда вы больше не ограничены этим телом. You are the awareness of this body. Вы есть осознавание этого тела. Right. And then you will see that somehow.
тогда вы увидите, что you каким-то образом this body, but every body is your body, so you are every body. Вы не ограничены телом, и тогда каждое тело – это ваше тело, и вы and, есть все. And there is this sense of oneness. И тогда появляется чувство единства. Right. And then somehow something changes in you. И тогда каким-то образом что-то в вас меняется. Not in you. Не в вас, because your reality does not change. Потому что ваша реальность не меняется. But in the behavior of what you call you, the body. Но в поведении того, что вы называете собой, в поведении тела. The conflict finishes. И тогда заканчивается конфликт. And you step out of both, see, positive and negative. И вы отходите от обеих сторон, от позитивной и негативной. So does it changes? Because people, yes, it does. Меняется ли что-то из-за того, что люди медитируют? Да, меняется. But don't misunderstand meditation by positive thinking, projecting mentally love and peace and light. And all this is not meditation. This is just superimposition of our beliefs and thoughts and ideas upon consciousness. Но не путайте медитацию с так называемым позитивным мышлением и посыланием любви и вот всеми этими вещами. Все это не медитация, а накладывание ваших убеждений на сознание. Meditation is not to think. Медитация это не о том, чтобы думать. About consciousness as being positive or negative. А сознание, чтобы оно стало позитивным или негативным. About the world, life as such being good or bad or right or wrong, this or that. О мире или жизни, о том, какие они хорошие, плохие, или правильные, или неправильные и так далее. And as I said before, your natural state is meditation. Как я уже говорил ранее, ваше естественное состояние – это медитация. Not you the body, not you the mind, but you awareness as well. Meditation is another name for awareness. Не вас как тело, не вас как ума, а вас как осознанности. Медитация – это еще одно название для осознанности. Many people are identifying themselves with their body. Многие люди отождествляют себя с телом. And they sit down, close their eyes, put their fingers like this and believe they are meditating. И затем садятся, закрывая глаза, руки вот так вот складывают и верят, что они медитируют. But that's the meditator. The meditator cannot meditate. Но это медитирующий. Медитирующий не может медитировать. Meditator is the ego. Медитирующий это эго. But if you meditate on the meditator, если вы будете медитировать на медитирующего, you see what you call yourself, если вы будете видеть то, что вы называете собой, the idea of yourself will disappear. То тогда идея о себе, она исчезнет. And when the idea of yourself disappears, когда идея о себе исчезает, what remains is meditation, то тогда остается медитация, which is effortless awareness, которая является безусильной осознанностью, effortless existence, безусильным существованием. Now, these meditations about this and that, does it work? Yes. Which meditation? This meditation on the light, meditation on this projecting love, being positive, all that. But it is selfish because you want something out of it. Но вот все эти медитации, которые направлены там на любовь, на свет и на что-то еще, работают ли они? Да, они работают, но все они эгоистичны. It's a personal investment. Это такой персональный вклад. Can your thoughts change your physical structure, the molecular structure of things? And yes, it can. Могут ли мысли менять вашу клеточную структуру и так далее? Да, могут. But if you keep quiet, если вы будете сидеть тихо, it's more powerful than positive thinking or thinking that you can cure yourself or anything. Silence is powerful. Это будет очень еще даже сильнее, чем думание о том, что вы там можете изменить и так далее. Тишина, она очень могущественна. There's nothing more powerful than a quiet mind. Нету ничего более сильного, чем тихий ум. There's nothing more powerful than silence. Нет ничего более могущественного, чем тишина.
Even the positive thinkers, most of them died of cancer. Даже позитивно мыслящие, большинство из них умерли от рака. Freud, who discovered the subconsciousness and the way to get rid of it, died of cancer. What is the name? Freud. Фрейд. No, sorry, not Freud. Carl Jung. Карл Юнг, который открыл подсознательное, умер от рака. So, as long as you feel that you're a separate entity, пока вы чувствуете, что вы есть отдельное существо, you want to change things. Вы будете хотеть менять and что-то. These changes are based on projecting what you believe is right. И эти, то, что вы хотите менять, они созданы вашей верой в то, что вы считаете правильным. What you believe is normal, good. То, что вы считаете нормальным и хорошим. But if you keep quiet, но если вы будете тихими, it's another quality of changes. То произойдет изменение другого качества. This is when the miracles do happen. Это вот тогда, когда случаются чудеса. And in meditation, и в медитации there is no idea of I am meditating. Нету представления о том, что я медитирую. You are not thinking that you are not thinking. Вы не думаете о том, что вы не думаете. And then meditation is not separate or independent from daily life, including practical thinking. Тогда медитация не становится отдельной, независимой от вашей повседневной жизни, включая и практическое мышление. You are meditation. Вы есть медитация. You are just not aware of it. Вы просто это не осознаете. Silence is always there. Тишина всегда есть. You are only conscious of the body, the mind, the world, energy, and so on. Мы осознаем только тело, ум, мир, энергии и так далее. But we are not aware of being the source, substratum, the witness, and place of the solution of all that. Но мы не осознаем, что мы есть источник, суть. И место растворения всего этого. Я понимаю, что нужно признать ограниченность себя как эго, понять океан, и принимая это, продолжать самоисследование, чтобы эго не усиливалось заново. I understand that I have to accept the limitation of myself as ego to understand the ocean. And accepting this, carry on the self-inquiry so the ego does not get stronger again.
Yeah, but we have to repeat it again because I didn't get the meaning of the question. I understand that I need to accept the limitation of myself as the ego. Understand the ocean and accepting this. No, you have to understand. Self-inquiry, so the ego doesn't get strong. No, you have to understand. Вам нужно понять, that you are not limited to the body. Что вы не ограничены телом. This idea that your reality is limited to the body. Эта идея о том, что ваша реальность ограничена телом. I am the body is the ego. Мысль «я есть тело» — это эго. You are not limited to the body. Вы не ограничены. The body is within you. Тело содержится в вас. The mind is within you. Ум содержится в вас. There is nothing outside of you. Нет ничего вне вас. It's not separate from you. Оно не отдельно от вас. But your reality is not limited to it. Но ваша реальность этим не ограничена. There is nothing to accept or reject. Нечего принимать или отвергать. Because there is nothing separate that can possibly be accepted or rejected. Потому что нет ничего отдельного, что может быть вообще принято или отвергнуто. Just see what the ego is. Просто видите, что такое эго. Just witness your mind, observe it. Просто наблюдайте свою. Passively. Пассивно. Like you see something else. Так же, как когда вы что-то другое видите. Так же, как вы смотрите на облако, которое мимо проплывает. Так же, как волны, которые в океане поднимаются и опускаются. As you see the movement of the fire. Или движение огня. And then if you see it, и тогда, если вы видите это, then you cannot be limited to it. То это означает, что вы не можете быть ограничены этим. Right. You see, then you must be that which sees. Если вы это видите, то тогда вы должны быть тем, что видит. Then you realize that essentially you are that, that which sees. That which sees is that which is. И тогда вы понимаете, что по сути вы есть это, что вы есть то, что видит, а то, что видит, это то, что есть. Then you will find also something interesting. Но затем вы обнаружите также что-то интересное еще. Now that which sees, что то, что видит, is not separate from what it sees. Не отдельно от того, что оно видит. That which sees is the absolute reality or awareness. То, что видит, это абсолютная реальность или осознанность. And the seeing is consciousness. А то, что видится, это сознание. And then you will find that the seer, the seen, the act of seeing as three separate entities is an illusion. They are one and the same thing. И тогда вы обнаружите, что видящий, видимое и акт видения не являются тремя раздельными сущностями. Ирина, когда я сижу в тишине, смотрю на мысли, через какое-то время я слышу шум. Что это за шум? Спасибо. Now, different Ирина. When I sit in silence looking at the thoughts after some time, I hear some noise. What is this noise? It doesn't matter. Неважно. Whether it is thought. Неважно, мысли это. Sound. Звук. Lights. Свет, colors, цвета, visions, видения, energy, энергии. Even if God appears in front of you, даже если Бог перед вами предстанет, remain as the seer. Оставайтесь видящим все это. See the seer. Видьте видящего. And forget about what happens in front of the seer. И забудьте обо всем, что происходит перед видящим. If it appears, it will disappear. Если это появляется, то оно исчезнет. And if it appears and disappears, it's not real. Если оно появляется и исчезает, то оно нереально. So
it's not worth contemplating on it, thinking about it. Оно того не стоит, чтобы смотреть на него, думать об этом и так далее. Realize that which sees. Реально то, что видит. Because all these phenomena change, right? Потому что все эти феномены, они меняются. But the theory is always the same. Right, right? No. But the theory is always the same. Но видящий всегда один. So feelings change, thoughts change. Чувства меняются, мысли меняются. Energy changes. Энергия меняется. Right? Body changes. Тело меняется. But the one that is aware of it. Но тот, кто все это осознает, you, the awareness of it, вы, осознавание этого, it's always the same. Вы всегда один и тот же. It's always the same one. Вы всегда являетесь одним и тем же. That means it is changeless. То есть это означает то, что вы неизменны. And it means that it remains unaffected by all the changes that passes by in front of it. И также это значит, что вы остаетесь незатронутыми всеми изменениями, которые проходят мимо или происходят в вас. For example, what? No, I thought. Евгения, добрый вечер. Почему повышается частота вибраций планеты? Некоторые источники говорят о глобальных изменениях для всех. Так ли это? Евгения, good evening. Why is the frequency of the vibration of the planet's vibration increasing? Some sources are saying about the global changes for everybody. Is it true? Yes. Да, правда. There's no apparent reason for these changes. Нету какой-то определенной причины для этих изменений. They happen from time to time. Они просто происходят время от времени. Even when the so-called awakening takes place.
Даже тогда, когда происходит так называемое пробуждение, the frequency of the energy in the body changes. То меняется частота вибрации в теле. Actually, awakening is that it's a burst of energy. На самом деле, пробуждение это и есть такой всплеск или взрыв энергии. It's what the Indian calls awakening of kundalini or shakti. То, что индусы называют пробуждением кундалини или шакти. Means it is there. Это значит, что оно там было и так. It is all absorbed by the ego sense. Оно было полностью поглощено чувством эго. So it is contracted somehow. То есть оно было зажато at the level of the genitalia. На уровне гениталий. And then this energy somehow is released from there. И затем эта энергия, она каким-то образом освобождается. So it's not limited any longer by the ego sense. И она больше чувством эго не ограничивается. In fact, it blows off the ego sense. То есть, по факту, она взрывает это чувство эго. And then it runs all over the body equally. И начинает течь по всему телу равномерно. And it's that very energy. И это та самая энергия, that produces the so-called process of acceleration or, которая порождает так называемый процесс ускорения. It's the very energy that brings everything to the surface, the so-called subconsciousness. Это та самая энергия, которая все подсознательное выносит на поверхность. And it's the very energy that destroys it or transforms it into something else. И эта же энергия разрушает все это или трансформирует во что-либо еще. In India they call it like fire. В Индии они ее называют огненной. So when this fire is light up. И когда этот огонь зажигается, whatever the fire touches gets reduced to ashes. Все, что он, все, чего он касается, оно сгорает до пепла. In your ego, your subconsciousness, your preconceived ideas, your delusion. То есть сгорает ваше эго, ваши предубеждения и все иллюзии. Заблуждение. Is it why people are suggested to spend some time in the proximity? See, of the so-called enlightened beings, of energy vortexes such as, Arunachala, or Puttaparthi, or Rishikesh, or maybe in Venezuela, the angel forms, or the Tepuis, or in Russia, maybe Altai, Baikal Lake, and so on. Поэтому людям советуется обычно проводить какое-то время в компании так называемых просветленных личностей, или же на природе, вот в таких местах энергетических, как в Индии, например, это Тируванамала, или Путапарти, или Ришикеш, или в Венесуэле, это, например, водопад Анхель, или в России, там тут же Алтай, или озеро Байкал. Because there is no chance that the body, which is matter, потому что тело, которое есть энергия, will remain the same. По-любому не останется таким же. If it is gets close to this frequency, если оно приближается к такой вот частоте энергии, even if the so-called person is not aware of it, даже если так называемая личность это не осознает, at that time, в то время, sooner or later you will start seeing the consequences of that of being close to this energy vortex. Рано или поздно, то есть он или она начнет осознавать последствия своего пребывания рядом с этими энергетическими вот такими. So the awakened one is vibrating all the time. Пробужденный, он все время вибрирует. In reality, you don't have to do anything. И на самом деле вам даже ничего не надо делать. You have to get close. Просто нужно рядом находиться. And keep quiet. И помалкивать. This is why they say the awakened one's powerhouse. They call it powerhouse. What is a powerhouse? Like the power place itself.
Поэтому говорят, что пробужденные — это и есть само место силы. He's not doing it. И он или она пробужденный, он не делает это. He's not making an effort for it to happen. Не прикладывает каких-то усилий, чтобы все это случалось. Or having intention or desire to do it. Or не имеет намерения или желания делать это. Or practicing anything, repeating any mantra or something. Ничего не практикует, не повторяет никаких мантр. The energy has been released and it's already there, and that's all. Энергия высвободилась, она там уже есть, и вот тут так вот оно и есть. Most of the people that come to Satsang also see that one of the things that I speak about, that they experience, and sometimes they even complain, say, my God, I'm so much energy, I feel the body will explode, I can't sleep, all that stuff. И многие люди, которые приходят на сатсанги, они говорят, что очень много энергии, и тело... So much energy and what? That they think that the body will explode. И кажется, что тело как будто взорвется. Right, or they can't sleep. Они спать не могут. Until eventually they get used to it. Все это до тех пор, пока в конечном итоге они не привыкают к этому. It becomes normal. Это становится нормальным. This is why people wake up sometimes, they lose their fully body consciousness now and then, or partially body consciousness. Поэтому люди, которые пробуждаются, они время от времени теряют сознание о теле, частично или полностью. Because when energy gets accelerated, matter becomes less perceptible. Это из-за того, что когда энергия ускоряется, материя становится... То есть вы начинаете меньше ощущать, воспринимать материю. In fact, you expose matter to highest level of energy, it can poof and disappear. It doesn't disappear, it's just gets transformed into something else. There's a phenomenon called vibra, then the physical body cannot perceive vibra. Yes, what it is and how it is now. How can I translate viper? Viper? I don't know. Viper is a phenomenon. Oh, it just disappears. It's a phenomenon when matter disappears. It's not that it disappears. It gets transformed into something else. And the physical eye, I think, cannot perceive it. It still is there. See? Поэтому, когда тело подвергается влиянию таких энергий, то материя, она меняется каким-то образом, модифицируется. Если нас когда-то ездил по России, ты ощущал воздействие установок, притупляющих или тормозящих сознание, живость, осознанность воли. When you were traveling in Russia, did you feel affected by the guidelines? Sorry? When you were traveling in Russia, were you feeling affected by the guidelines, making dulling and slowing down the consciousness, aliveness, awareness and your being? Jesus. Can you repeat the question? When I was traveling in Russia, were you feeling being affected by the guidelines,
dulling and slowing down consciousness, aliveness, awareness, and will. I'm trying to understand the question. See, when I was traveling in general, see, когда я в общем путешествовал, the body is subject to changes according to whatever the environment is. Тело, оно изменяется согласно той окружающей среде, которая есть. When you say Jews, когда вы говорите «вы», you mean this, вы имеете в виду именно the body. The body. Вы имеете в виду тело. Вы говорите, что Цезарь, и я задаю вопрос как бы Цезарю. But, I'm not the body, isn't it? Но я не тело, не так ли? Or not limited to the body. Или не ограничен телом. So out of all what you mentioned there, то есть из всего, что вы там упомянули в вопросе, there is awareness, right? You said awareness, but the awareness does not change. Вы сказали что-то про осознанность, но осознанность она не меняется. Consciousness changes. Сознание меняется. Right? And if I am in Moscow, если я в Москве, and I go to the subway. Если я спускаюсь в метро, there's a particular energy, right? То там определенная энергия. Or a mix of energies, или right? Какой-то микс такой энергии. And you cannot not be aware of it. И вы не можете не осознавать это. Okay, and the body may be subject to, see, feeling all that stuff. И тело, оно ощущает все это. But there is no learning that. Но оно не. It doesn't become part of my consciousness. Оно не становится. Вот это все, оно не становится частью моего сознания. Body-mind complex called Caesar is no longer capable to be conditioned by such things. То есть вот этот комплекс тела-ум, который называется Цезарь, он больше не обуславливается всеми вот такими вещами. And even though through the body-mind complex, и тем не менее через комплекс ума и тела, all that information is processes. Вся эта информация, она обрабатывается. It is seen, it is felt, it is awareness of it. Она ощущается, она видится, есть осознавание о ней. If you go to Lake Baikal, for example, если я, например, еду на Байкал, then also there is an energy there, right? То там тоже есть определенная энергия. So in a way, you cannot not feel, or you cannot not be aware of what is happening. Вы не можете не осознавать то, что происходит вокруг. Because you cannot not be the awareness that you are. Потому что вы не можете не быть тем осознаванием, которым вы являетесь. But that doesn't affect you. Но это не затрагивает вас. So all the changes and modifications are at the level of consciousness. Все изменения, они происходят на уровне сознания. At the level of forms. На уровне формы. Energy is also form. Energy is энергия это также форма. Энергия есть материя. But the awareness of it, one's reality. Но осознавание этого, то есть ваша реальность, it doesn't suffer any modification. Не претерпевает никаких изменений. In fact, you don't feel any of that stuff happening outside of you. И на самом деле вы не чувствуете, что все вот это происходит вне вас. Or you feel it as a movement within yourself. Вы ощущаете это как движение в вас. The consciousness is moving within yourself. Сознание, оно движется внутри вас. Or not moving. Или не движется. It's consciousness which is either moving or not moving. So awareness simply is. It's neither moving or not moving. Это сознание, оно либо движется, либо не движется. А осознанность, оно как раз и не движется, и не движется. It's neither active or still. Оно не является ни активной, ни в покое находящейся. If I go to Buddha party, right, to Tama, right? Если я еду в Buddha party, you feel whatever is happening there, right? Я чувствую то, что там происходит. If I go to Bombay or Bangalore, or this, если я поеду в Бомби или в Бангалор, if I pass in front of a house, see, India is not the cleanest place in the planet, right?
Индия это не самое чистое место на планете. And in many places, в очень многих местах. In the majority, you see the black water still is passing by openly in front of the houses, and you can feel that sometimes the smell is disgusting, you feel nauseous. Вся вот вода из туалетов, там из канализации, из раковин, она вся течет не по трубам, а в открытую, прям по земле перед домами. So вы чувствуете это, вы это запах ощущаете, это ужасно. So the body may react to it, right? Naturally. Естественно, тело реагирует на это все. But the awareness of that, see, но осознавание этого, one's reality, ваша реальность, remains unaffected, untouched by it. Остается незатронутой, неизменной этим. So awakening does not deny humanness. Пробуждение не отрицает человечность. Awakening is just a loss of identity, see? Пробуждение это просто потеря отождествления. With the so-called human body. С так называемым человеческим телом. In fact. И по факту. See, we say, because we have no choice, you say, you are not the body, you are not the mind, I am not the body, I am not the mind. Из-за того, что у нас нет выбора, мы говорим, что вы не тело, вы не ум. Otherwise, you will not be в противном случае teased, see, to raise this question. Then who am I? У вас бы не появилось интереса задать вопрос, тогда кто я? See, to question your ego sense. Не появилось бы вот этой нужды вопрошать о своем чувстве эго. To question, to doubt your identity. Ставить под сомнение ваше отождествление. So then, when you realize the awareness of the source, когда вы осознаете осознавание источника, you realize that what you are, вы понимаете, что то, что вы есть, and what you are not, и то, чем вы не являетесь, also you are, также является вами. Because you cannot separate the body now from your reality. Потому что теперь вы не можете отделить свое тело от вашей реальности. Because the absolute and the relative. Потому что абсолютное и относительное. Are not two separate entities. Это не два разных. And then there is nothing that you can say. See? So you cannot say I am. See, it's nothing. See, you don't know what you are. You don't know what you are not. Вы не знаете, чем вы являетесь. Вы не знаете, чем вы не являетесь. Because what you are. Потому что то, что вы есть, so to speak, the source, так сказать, источник, cannot be known. So you cannot know what не you может are. Быть поздно. You can only be what you are. Вы не можете знать, чем вы являетесь, вы можете только быть этим. So you will never know what you are. Вы никогда не узнаете, что вы есть. And what you are not is not separate from what you are. И то, что вы не, то, чем вы не являетесь, не отдельно от того, then, что вы есть. And then you don't know what is it that you are not neither. И вы тогда не знаете также, чем вы не являетесь. And then, I am all. И тогда я есть все. Self is all. Истинное я – это все. Form and formless. Форма и бесформенная. Sat chit. Existence. Существование. Identical with consciousness. Которые идентичны сознанию. That's the meaning of the teaching. Not the teaching, but the truth is a fact. В этом смысл учения, точнее истины. There is no duality, there is no separation. Нет двойственности, нет разделения. Science already discovered, at least at the level of consciousness, that there is no separation. И наука уже доказала, что как минимум на уровне сознания нету разделенности. They need to discover that there is a source from which consciousness is not separate from neither. И теперь им осталось раскрыть, что есть источник, от которого сознание также не отделено. But they cannot find the source. Но источник они не могут найти. They will not find the source by the means of the instrument that they use to measure things. И источник они не найдут с этими инструментами, которыми они измеряют всякие штуки. They would realize that eventually as the very core of it, of their existence. Они однажды осознают источник самой сутью их существования.
Виктория, когда это случилось, осознавание того, что нет никого, кроме того, что есть, я удивилась, что это вовсе не является переживанием, которого все так ждут. When this happened, the realization that there is nobody except from what is there, I was surprised that this is not an experience at all, which everybody is looking for. Mm-hmm. What is the question? Victoria. Good. Yes, it's true, it's not an experience. Because there is это no правда, это не переживание. Because there is no experience, right? Потому что нет переживающего. Experiencer needs two. Переживающему нужны двое. And then in this realization, there is not even the knowledge of one. И в этом вот в такой вот реализации нету знания даже об одном. Even what is not. Even what is called, what is not. Даже то, что называется, то, чего нет, since it's not separate from what is, it also is. Поскольку оно не отдельно от того, что есть, то, следовательно, оно тоже есть. That's true. Хорошо, правда, то, что вы написали. Is that person who said it from? I didn't see, maybe in the morning or afternoon, but in the night the first time. I don't remember here from her. Hmm? I don't remember having here her name. And then. From this name? Yeah, I'm trying to ask for the name to see if maybe we can follow the track of. Summer is kicking in, right? It's going to be hot. I was told that there is rain season in June, I think. Rainy season, in June, July. The monsoon. Антон Мусинский, почему мир так устроен, что мы в общей массе не пробуждены? Why is the world created in such a way that the majority of people is not awake? Awakened. See, as long as we are separate from life, we feel separate from life, these questions will arise. Покуда мы чувствуем себя отдельными от жизни, то будут возникать такие вопросы. That is a paradox. Это есть парадокс.
To be honest, only humans has a monopoly of the sense of separation. Если честно, то люди обладают монополией на чувство разделения. Александр, привет, я нашел источник. Это в груди разливающаяся по всему телу детская радость, которая нарастает каждый день, пребывая в... Александр, hi, I found the source. It is a childish joy that is located in the chest and being transported all over the body, which gets stronger every day, staying in the source, and the conflict with the soul disappears, and now everything is clear. Can you say that again? Who found the source? You mean you want to know the name? Or no, who is it? It's not located anywhere. Источник нигде не расположен. And the source has no qualities or characteristics. И у источника нет никаких качеств или характеристик. What happened is that I'm not denying that you found the source. Я не отрицаю, что вы обнаружили источник. I don't deny that you become aware of kind of of the ever-present, unbroken background of silence. Я не отрицаю, что вы начали осознавать непрерывный фон тишины. But the source is such. Но источник как таковой. It's not a feeling. Это не ощущение. See, it's empty of qualities. Он не обладает никакими качествами. Or characteristics or attributes. Характеристиками или атрибутами. The only thing that we can say is that it is silence. Единственное, что мы можем сказать, что источник — это тишина. Now, what happened is that when the source is realized. Но происходит такое, что когда источник осознается, see, physical phenomenon can take place. Происходят всякие физические феномены. Generally expresses itself somewhere here at the right side of the chest. И часто это выражает себя как нечто вот в правой стороне груди. Right. And then joy may come, kind of an ecstasy may come. И тогда может появиться радость или экстаз какой-то. You experience a temporary absence of the ego sense. Вы ощущаете временное отсутствие чувства эго. And then it's like you're right, it's like being like a child again, see. И вы правы, это все равно, что быть ребенком снова. Because the psychological condition is not present. Потому что физическая, психологическая обусловленность не присутствует. There's a sense of silliness, actually, see. Есть чувство какое-то дурачества или глупости. Yeah, the way we smile, the way we laugh, it's completely different. Energy is different. И то, как мы улыбаемся или смеемся, оно, то есть энергия, все оно становится абсолютно другое. So this is a temporary absence of the mind. Это временное отсутствие ума. There is a tendency of the mind to come back. Но у ума есть тенденция возвращаться. Until it eventually is destroyed completely. До тех пор, пока он полностью не разрушивается. But yes, that's the way you describe it. Но да, это так, как вы описываете. But the source is such, is what I'm trying to say, emphasize. То, что я пытаюсь сказать, на что я пытаюсь обратить внимание, что источник как таковой. No qualities, no characteristics. У него нет ни качеств, ни характеристик. It's not joy, it's not love. Это не радость, это не любовь. It's the source of all that. Это источник всего этого. But as such, as I said, this is why it's called empty or emptiness, not because it's empty. Поэтому он называется пустым или пустотой, не потому что он пуст. It cannot be empty because it's full of everything. Он не может быть пустым, потому что он полон всего. It's empty of self, empty of identity, empty of qualities, attributes, characteristics. Он не обладает я, не обладает характеристиками, качествами, вот этим всем. So by all means, I'm not trying to say. I just don't want you to get to identify the source as
as phenomenon. Я просто не хочу, чтобы вы начали определять источник как какой-то феномен. То ли ген, после того, как делаешь самоисследование, я обычно чувствую покой, умиротворенность. Сейчас попробовала сделать это с закрытыми глазами, почувствовала легкость тела. Это нормально. Вообще стараюсь не думать о таких эффектах, чтобы не давать пищу для размышлений для ума. Но раз уж сейчас оценка, решила спросить. То ли ген, normally while doing the self-inquiry, I feel peace and quietness. And now I try to do it with my eyes closed, and I felt the body lightness. Mm-hmm. Is it normal? Normally I am trying not to think about these effects, not to give thought to a mind. Absolutely. But now, since it is, the satsang is going on, I decided to ask. Absolutely. It's absolutely normal. Это абсолютно нормально. See, when you close your eyes, когда вы закрываете свои глаза, кажется, что наиболее сильный орган восприятия — это глаза. It may produce a stronger sense of identity with the body. Этот орган порождает наиболее сильное отождествление с телом. See, when you close your eyes, когда вы глаза закрываете, so it seems that you are less distracted also, right? То тогда вы меньше отвлекаетесь. And then you are more conscious of the silence. И тогда вы больше осознаете тишину. So more conscious you become of the silence. Чем больше вы начинаете осознавать тишину, then more less you are identifying yourself with the body. Тем меньше вы отождествляете себя с телом. Until the point that you may lose body consciousness. И до того момента, даже пока вы не потеряете сознание тела. But you also have to understand that. Но также вы должны понять. There is no you. Что нету какого-то вас. Conscious of the silence. Которое осознает тишину. You are becoming conscious of yourself. This is you are that silence. Вы начинаете осознавать себя. Вы есть эта тишина. So this silence becomes conscious of being. То есть эта тишина начинает осознавать свое бытие. So you are that. Вы есть это. It's not something that you are perceiving, experiencing. Это не что-то, что вы воспринимаете или переживаете или осознаете. You may lose body consciousness even with your eyes open. Вы можете потерять сознание тела даже с открытыми глазами. Sounds like a contradiction. Звучит как противоречие какое-то, да? But it can happen. Но такое может произойти. But you don't feel the body. То есть, что вы не будете чувствовать тело. It's not that it isn't there, it's just not, you don't feel it. Не то, чтобы его нет, просто вы его не чувствуете.
Антон Мусинский недавно смотрел в глаза дочке, ей 5 месяцев, и понял, что проживая в этот момент целую полноценную жизнь, по ощущениям, эта жизнь не короче. Recently I was looking into the eyes of my daughter, she's 5 months, and I understood that in that moment I was living the whole full life, and according to my feelings, this life was not shorter than the other actual life. Can you say that again, please? Recently, I was looking into the eyes of my daughter, who is 5 months old, and I realized that in that moment I was living the whole full life, and the feeling was that this life was not shorter than the actual life. I don't understand what you mean by the words, but I just feel it. By what? By the words. You don't understand? No. I need to translate again for you. Yeah, I don't understand the content. I get the feeling, right? The content as such. I don't know how to put it in a different way. That's fine, that's fine. Только есть страх потеряться, делая самоисследование, исчезнуть именно когда глаза закрыты, сейчас, когда пробовал, так почувствовал себя. There is a fear to get lost while doing the self-inquiry, to disappear when the eyes are closed. Now when I was doing it, I felt this way. Again? There is a fear to get the lost. Same person? No, this is Tolikin. There is a fear to get lost while doing the self-inquiry, to disappear in the when the eyes are closed. Now when I was doing it, I felt this way. You will not disappear. When is changing? Your ego sense will disappear. Your body may disappear, your mind may disappear, but you will remain, unless you fall asleep, you will remain conscious of being. Ваше тело может исчезнуть, ваш ум может исчезнуть. Но вы, как таковой, не исчезнете. So you ask what you think you are will disappear. Вы, то, каким вы себя считаете, вы можете исчезнуть. But you ask what you really are remains. Но то, чем вы на самом деле являетесь, остаетесь. So, many people experience fear at that point. Многие люди испытывают в этот момент страх. Which is the fear to lose their sense of individuality, ego sense. Это страх потерять все свое чувство индивидуальности, чувство эго.
How many questions are there? No questions. Okay. One more. Okay, it's already 11. Questions. See you on Sunday. Увидимся тогда в воскресенье. Bye, guys. Пока. Okay.